Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с вами разберем задание Олимпиады, которую выполняли. Значит, это итоговая, последняя Олимпиада. На этом пока наше обучение заканчивается, мое с вами, но я думаю, что летом вы продолжите самообразовываться. Возможно, кто-то поедет в лагерь, организованный Центром развития одаренности. Ну, все будет зависеть, конечно, от условий, которые нас поставит государство, наверное. Возможность, я имею в виду, возможность выехать куда-то. Но не об этом. Значит, давайте разберем первое задание. Начнем с него. Достаточно простое. Значит, разбейте приведенные ниже слова на группы в соответствии со значением их первой части. Объясните, какое значение имеет часть 1 в словах каждой из групп, подобрав к ней синонимичные слова или словосочетание слов. Какие слова нам даются для анализа? Значит, одновременный, одноклубник, одноклейка, однолюб, одноразовый, односторонний, однотипный, однотомник, однофамилец, одноцветный, одноэтажный. Значит, в первую колоночку, ну хотя, может быть, у вас она будет вторая, но значит, со значением одно. Значит, значение одинаковое, такое же, мы добавляем слова следующие. Значит, одновременный, одноклубник, однотипный, однофамилец. Второе значение – один, единственный. Значит, и сюда мы пишем. Однолюб, одноклейка, одноразовый, односторонний, однотомник, одноцветный, одноэтажный. Смотрите, за всего вы получаете 4 балла за это задание. Значит, каждый балл, 1 балл, точнее, за 2 балла за правильное распределение слов по группам. И еще 2 балла за правильно найденное значение этих слов. То есть сначала, конечно же, вы анализируете слова и понимаете, допустим, здесь такое значение у нас, одна сема, значит, такая, здесь такая сема. Отсюда отталкивайтесь. И что такое сема, мы с вами говорили на лекции открытой, то есть по видеосвязи я имею в виду. Если вы не знаете, то обратитесь к учебнику современного русского языка под редакцией Ильи Фоминой. Это один учебник. Второй такой же. Значит, если Фоминой, то лексикология. Если Новиков, то современный русский язык. Там вы найдете эти понятия. Вот. Значит, второе задание. Передайте содержание подчеркнутых фрагментов высказываний, написанных на древнерусском языке с помощью придаточных предложений. Укажите вид придаточного, назовите современные соответствия выделенным средством связи. Значит, и читаем тексты. Баян, бой вещи, ащи, кому хотящи, песни творите, то растекашется, мысью по древу, серым волком по земле, шизым орлом под облакы. Значит, ну и как переводится у нас текст? Баян бы вещи, аще кому хотящей песни творите, то растекается, то серым волком, ну и так далее. Значит, и вторая часть, значит, если хотел кому-нибудь песню сочинить, хотящую песню не творите. Но, слушайте, если это придаточное условие, хорошо. Здесь, в принципе, все понятно, я думаю. Дальше. И бысть внезапу с небесе шум, исполни весь дом и деже бяху сидящие. Значит, читаем. Прочитали и смотрим. Угу. Значит, и бысть внезапу с небесе та-та-та. Значит,
Нас интересует часть «Дом, где сидели». И держи бяху сидящий, то есть вот эта часть. Это придаточное определительное, потому что дом какой, где сидели. Понятно. Выжми приближающуюся Дамаску, к Дамаску в полудне внезапу с небесе блиста свет. Значит, когда приближался к Дамаску, это придаточное времени у нас, ребята. Значит, слова у нас вы должны были перевести. Значит, некоторые это «бо» – это «ибо». Значит, «аще» – «если» и «де же» – «где». За перевод 1 балл, за вид придаточного тоже 1 балл добавляется. Каждый соответствует по 1 баллу. Вообще, итого у вас должно получиться 9 баллов. Это максимальный балл. В принципе, задание несложное, но единственное, что нужно было... Да, вот помучиться как раз-таки с переводом немного, для того, чтобы установить придаточное. Наверное, это был такой сложный момент в контрольной работе. Самый сложный. Значит, следующее. Русские слова буржуй и мещанин. Этимологические братья. Как это можно доказать? Здесь, конечно же... Вам мог помочь и такой способ выяснения значения этого помещения слова в разные контексты. Вот, и между ними нужно было искать тогда уже сравнивать и искать похожие значения. Значит, слово буржуй в русском языке возникло как производное от слова буржуа, которая у нас была заимствована из французского языка. В французском языке оно было первоначально оно обозначало слово «горожанин». Значит, «мещанин» – слово заимствовано из польского языка. Имело также значение «горожанин», поэтому можно сказать, что у нас слова «буржуй», «мещанин» восходит к одному и тому же значению, ребята. В принципе, тоже несложное достаточно, вроде как, кажется. Но будем надеяться, что все справились с этим заданием. Значит, за задание вы получаете 4 балла. Всего 4 балла. Что еще у нас? Это четвертое задание. Значит, четвертое. В советском фильме 1980-х годов «Влюблен по собственному желанию» мужчина говорит женщине: «Вы не ширпотреб, вы индопошив». И вопрос, который нам задают, значит, как образованы эти слова, что имеет в виду герой? Можно ли считать его слова комплиментом? Значит, и мы с вами разбираем. Значит, слова «ширпотреб» и «индопошив». Эти слова пришли из советской эпохи. Оба образованы с помощью объединения усеченных частей слова. Это «ширпотреб» – товар широкого потребления. «Индопошив» – это индивидуальная одежда, там, допустим, индивидуального пошива. Значит, и в речи героя это комплимент. То есть слова употреблены как антонимы у нас. Мужчина хочет подчеркнуть там индивидуальность женщины, ее необычность, однако оба слова обозначают вещи, поэтому применительно к человеку такая похвала выглядит довольно сомнительной. Значит, всего 6 баллов можно получить за это задание. Так, значит, пятое у нас звучит следующим образом. В современном русском языке слово «фонарь» встречается в составе фразеологических выражений «до фонаря», то есть безразлично наплевать, и «от фонаря», неизвестно откуда, произвольно. Как объяснить возникновение у слова «фонарь» таких переносных значений? Приведите 3
примера синонимичных фразеологизмов в любом значении. В любом из значений имеется в виду. Значит, в значении слова «фонарь» наряду с темами «яркий», «светить» есть тема «высокий», «далеко», «вверху». Опять же, с понятием «сема» мы знакомы. Это с компонент значения. Мы как разбираем значение слова, открываем словарь и смотрим, какие у него есть эти минимальные единицы значения. То есть из чего состоит его значение в общем. Из вот этих «сем». И после этого вы должны были... Да, вот, значит, узнали, какое у него основное значение, такое провели контент-анализ, извините, комплексный анализ какой-то, контент у меня в голове, комплексный анализ этого значения, и потом уже каждому из значений подбираете фразеологизма. По выбору, опять же. Значит, вот, благодаря этим схемам у слова как раз-таки и развилось переносное значение. Вот это вы должны были сказать. То есть, это имеется в виду далеко, неважно, безразлично. Или издалека, неизвестно откуда, необоснованно, произвольно. И какие фразеологизмы вы могли использовать. Значит, первое. Все три трава, до лампочки, по барабану, с потолка. Всего вы могли получить за это задание 7 баллов. Это максимум. Значит, в целом работа была несложная, я считаю, но пришлось какое-то время, конечно же, помучиться, посидеть, подумать. Я буду надеяться на то, что вы справились с заданиями, по крайней мере, большая из вас, что вы... старались выполнить задание правильно, что вы сидели и думали, как его можно выполнить, подбирали различные способы и решение поставленных вопросов. И, в принципе, пытались как-то решить эти вопросы. Спасибо, ребята, за внимание. Значит, увидимся. Может быть, уже в следующем году. Удачи вам в решении также олимпиад, только уже уровня повыше, чуть-чуть поинтереснее. Надеюсь, что вы что-то узнали. Желаю вам удачи. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.